Приветствую вас, дорогие мои друзья, у себя на канале Мечтательницы. Вот потихонечку начинаю я делать новые клумбы. Мне надо это делать срочно, до выходных, так как приедет газон, и контуры клумбы уже должны быть готовы. Вот потихонечку контуры я нарисовала обычной там железной палкой. Вот начинаю прокапывать. И подготавливать канавку для установки бордюрной ленты. Здесь у меня будет, сейчас подойдем, вторая клумба. Я тут походила туда-сюда. Сначала хотела сделать ее отдельно от этой, но потом поняла, что так не получается, потому что в будущем возникнет такая ситуация, когда вырастет и эта елочка, и эта елочка, и вот этот вот тонкий кусок газона будет затеняться, он обязательно будет пришивый, и уже в любом случае возникнет ситуация, что по-хорошему эти две клумбы надо будет объединять. Либо, опять же, если оставляешь вот эту вот метровую полосочку между ними газона, то тогда получится у меня пихточка будет как вот между двумя клумбами, да, расти, и косить ее будет по мере ее разрастания будет практически тяжело и невозможно. Опять же возникает вопрос о том, что по-хорошему надо объединять, либо эту пихту надо пересаживать. Мне уже укорененное хорошо деревце не хочется, поэтому все-таки придется, я приняла решение, что эти две клумбы надо будет объединять в единую одну большую. Вот контур я уже сделала и буду объединять, по-другому никак. Кстати, иву я хочу отсюда пересадить, у меня их две штуки на участке, ну это многовато, я ее пересажу либо за забор, либо на другой участок. Ну и вот получится тогда вот этот вот все снимется, этот, соответственно, ну, он останется, не буду я его демонтировать, зачем. Вот так вот просто отсюда будет продолжена вот эта клумба. И выльется она в такую вот большую масштабную. Ну, тяжеловато, конечно, делать, вот я сейчас там пролила, тяжеловато устанавливать вот эту ленту, потому что грунт только засыпан, он рыхлый, все сыпется, конечно, делать это достаточно проблематично. Но делать надо, поэтому будем продолжать. Кстати, здесь вот идет у нас дренажная канава, соответственно, я на нее не залазю, вот она пойдет клумба, вот ту елочку я в клумбу волью. И вот где-то вот так вот будет. Ну, а обойдем качели. Качели там на такой вот, на резиновый настил мы их поставим, чтобы, ну, там не залазить, как-то косить. Ну, продолжаем. Там вон стоят растюшки. Ждут своего места новые. Я еще обзор не снимала на свои новые растюшки. Ну, обязательно я сниму. Возможно, обзор будет раньше, чем я выложу это видео. Даже сейчас время уже глубокий вечер, практически 10 часов. За целый день работы вот сделала я вот такую клумбу. Сейчас подойду со стороны. Вот это просто шланг, сейчас покажу, как я сегодня одна потрудилась. Вот ее видно, клумба. Ее, вот они очертания, вот она идет, вот она. Взяла я в клумбу вот эту елочку, вот такая вот у нее будет необычная форма. Здесь вот будут два настила резиновых для качелей, качели немного сюда сдвинутся, чтобы сзади них не надо было полоть. И еще я подготовила позавтра еще вот эта клумба. Завтра тоже. Ну вот сейчас вот я сделала, как раз только закончила.
А буду я все-таки ее вливать в эту клумбу? Не хотела. Честно сказать, я не хотела вливать. Хотела делать отдельно, но я поняла. Ну, я вам уже говорила, что все равно этот вопрос на будущее возникнет. Поэтому надо сразу тогда его решить. Вот тоже клумбу, очертания ее видно. Завтра буду уже класть этот бордюр. Здесь я вот еще не сделала. Это я, наверное, уже оставлю мужу. Мне, честно говоря, вот здесь вот надо вот эту всю дернину снять. Всю вот эту вот дернину снять, которая вдоль вот этой границы. Этой клумбы тоже дернину надо снять. Может быть, конечно, я посмотрю, как завтра бодро я себя буду чувствовать. Может быть, я сама это сниму. Нет, этот канавку сделать-то я сделала, а дернину, может, потом мужа оставлю. А может быть, если силы останутся, то сделаю сама. Потому что завтра я тоже уже уезжаю на работу. День потрудиться, потом на работу. И посмотрим, как будет дальше. Вот так вот. Ой. Вот так вот я сегодня потрудилась. Будем работать дальше. Дальше обязательно я покажу. Так, ну вот второй день упорного труда. И появилась граница новой клумбы. Она, конечно, немножко кривая. Очень тяжело работать с землей, которую только что засыпали. Плюс она сухая. Я вчера вот проливала, насколько возможно, но все равно невозможно прям. Она в руках прям осыпается. Очень тяжело. А с этой стороны вот здесь вот глина. И здесь бы вообще просто камень. Туда даже вот... вот даже пример. Невозможно было воткнуть якорь. Ну, просто невозможно. Остался вот этот вот кусок, который недоделанный. Вот этот вот. Здесь надо будет снимать дернину и вот засыпать земелькой. Здесь я уже оставила. Все, на сегодня я не буду. Это уже я оставлю мужу, потому что у меня уже сил не осталось. Глина каменная. Надо вот эту вот дернину снять. Вот прям вдоль кромки старой границы клумбы. И подсыпать уже свежие земельки. И здесь можно будет уже накрывать материалом. Не знаю, сегодня успею, я не успею. Накрою, не накрою. Я вообще, в принципе, сегодня собиралась уже на этом закончить. Потому что я тоже не всесильна. У меня тоже силы заканчиваются. Да, вот получилась вот такая вот клумба у меня. Огромная просто, громадная. Да, края немного неровные, но я еще раз повторяю, что очень тяжело с этим свежим грунтом работать. Прям он еще, даже ни одного дождя не было после засыпки, и он очень рассыпчатый. Я вообще не знаю, насколько будет работать эта бордюрная лента. Но время покажет. Вот, вот так это все выглядит. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Привезли нам газон, и вот результат первого дня его укладки. Вот положили мы вот эту часть. Смотрите, как здорово стало, да? Раз и все, коврик положил живой, и уже такая красота. Наводим порядок. Здесь пока у нас что-то типа склада будет. Все стараемся в одно место. Выкинули всего лишнего, там мусор, то, что не надо, то, что не будем использовать, т.д. и т.п. Здесь пока еще клумбы мои я еще пока не накрыла. Эти, они еще пока подождут. Я сейчас занимаюсь укрытием пока моих старых клумб, потому что время идет, земелька прорастает, и эти именно клумбы требуют неотлагательного вмешательства. Вот, видите, я уже вот эту вот клумбочку сделала. Как здорово. Кстати, кору я заказала. Должна прийти к концу этой недели. Вот эту клумбу я сделала тоже. Вот она тоже полностью сделана. И еще сейчас занимаюсь вот этой клумбой. Поэтому новые пока еще подождут. У меня всего две руки.
и я не всесильна, к сожалению. Продолжаем мы работу по укладке газона. Нам с мужем помогают, у нас с мужем два помощника помогают. Время очень мало, газон привезли, и у нас примерно есть 2 дня, чтобы его уложить. Потому что сегодня вот последний день, мы сегодня уезжаем, а газон потом дольше не живет. Так что вот, что я еще хочу сказать, показать. Сняли мы вот эту дорожку. Много есть вопросов по поводу моих страшных дорожек. Эти дорожки еще от предыдущей хозяйки. Это плитка. Поэтому это все будет убираться со временем. Не все сразу, потому что, говорю, мы только вот в самом начале еще занимаемся своим участком. Поэтому у нас ни дорожек, ничего. Будут красивые дорожки из красивой плиточки. Аккуратненькой. Вот эту дорожку мы сняли. Убивал меня вот этот квадрат. Это, конечно, как это сказать, страшный сон дизайнера. Первая, да, ошибка, самая первая ошибка, которую делают люди, это когда дорожка пересекает полностью весь участок по прямой. Это самое, что ни на есть, одна из самых простых и первых ошибок. Должна она красиво извиваться и петлять. И это выглядит очень красиво, декоративно. А не когда грубая серая плитка пересекает весь участок, конечно, это глаза болят от такого дизайнерского решения. Вторая ошибка. Прямые углы дорожек. Прямые углы. Все меня это дико мучило, но я понимала, что со временем все мы сделаем, все будет красиво, все это. Но нельзя взяться за все сразу. Потому что на это нужно и время, и средства, и деньги. И сами понимаете, что самое главное, надо распределять работы по приоритетам. Самое последнее, что это заниматься дорожками, это терпит. Единственное, что я попросила мужа снять вот эту дорожку, потому что ее актуальность теряется. Потому что здесь эта дорожка огибала дом, вот так вот. Огибала дом, дома нету. Здесь у нас сейчас будет импровизированная зона отдыха, пока у нас не будет этой беседки, пока не построим. И никто не будет у нас вот эту часть участка ходить вот так вот, пересекать сюда и сюда. Все будут ходить напрямик, это однозначно. Поэтому тут со мной муж даже совершенно не спорил. Сразу согласился, что актуальность вот этой вот дорожки совершенно потеряла. Все будут ходить вот так вот, а не вот так вот обходить. Вот, поэтому я попросила ее снять. И вообще этот угол прямой меня, конечно, убивал. Так что вот такие дела на сегодняшний момент. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 26 июня. И у нас второй день укладки газона. Я вам покажу потом результат. Сейчас уже глубокий вечер, а часиков 9, через полчаса уже где-то будет темнеть. И вот наконец-то мы закончили нашу эпопею с газоном. Вот такая красивая лужайка у нас появилась. Как вы видите, дорожка пропала. Вообще прям красота стала. Сейчас поливается все. Проливается водичкой. Сегодня мы уезжаем. Обещаю вам, на днях обязательно сниму обзор сада. Честно говоря, последнее время было некогда. Да и когда уже заканчивались делами, уже, честно говоря, совершенно не было сил. Вот так вот сейчас все здорово выглядит. Сейчас пойду попробую туда пройти. Вот я уже здесь. Ждут меня мои клумбочки. Клумбочки ждут растения. Растений на самом деле у меня сейчас скопилось много. Еще мои зимние заказы я не показывала. С разных мест я обязательно все покажу. Остались еще небольшие какие-то локальные кусочки. Вот здесь вот надо будет кучку разобрать тоже. Там у нас газончик остался, мы его раскатаем где-нибудь в районе клумб.
И потом приедем и его доложим где-то. Есть какие-то, где-то плиточку убрать, газон положить, где-то газон погибший вырезать, новым заменить. Но это уже по мелочи кусочки. Это уже не основная работа. Так что вот так. Фу-фу, комары, поздравьте. Вот такая вот красота. Если помните, что здесь было. Почему? Вопрос возникнет. Почему вы решили потратиться все-таки на рулонный газон? Понятное дело, семенами дешевле. Здесь вот, вот эта вот часть участка, о которой я говорила, 22-го года. 21-го. Эта часть была засеяна, видно вот этот клевер низкорослый, были куплены дорогие семена низкорослого клевера, какие-то немецкие семена, очень такой дорогие были семена, здесь мы посеяли. Вот, почему мы решили, у нас еще эти семена остались, почему мы решили все-таки не использовать эти семена на этих участках. Потому что все-таки какие не были бы эти дорогущие семена, вы знаете, есть у нас с чем сравнить. Они, то есть это низкорослый клевер, который, как обещали, растет очень медленно. Нет, растет он очень быстро. Если вот этот вот к началу лета газон рулонный, он угомонится, и где-то мы косим его раз в 2 недели, то этот клевер практически нарастает каждые 3 дня. Каждые 3 дня, и мы решили, что все-таки будем стелить рулонный газон. Ну все, я хотела вот вам чуть-чуть вот это показать. Кстати, еще давайте я вам покажу кусок, который вот я доделала, вот эту клумбу. Я доделала эту клумбу. Я сделала клумбочку вокруг, застелила вокруг колодца. Вот она, кстати, вот у меня уже цветет. Здесь посажены 2 розы, роза жасмин и розариум Ютерсон, как букетной посадкой. И вот этот вот кусок мы сделали, ну тут кое-где еще локально надо подостелить, и вот такая красота. Вот такая уже красота. Ну, обещаю, я вам обязательно сниму обзор. Насадка, какой у меня сейчас, он уже к концу июня. Обязательно я вам покажу. Увидимся. А, еще обязательно у меня будет грандиозная распаковка. У меня очень много растений, которые пришли, ждут своего часа. Кстати, вот это вот место, видите, я его отремонтировала. Вот уже так красиво стало. Кора придет, должна прийти на следующей неделе. А вот этим участком я займусь уже на следующей неделе. Ну все, дорогие мои, увидимся в следующем ролике. Пока-пока!